Спорт на пилоне существует в мире относительно недавно, около 15 лет. Воздушно-акробатические упражнения выполняются под музыкальное сопровождение непосредственно на снарядах, либо с помощью снарядов стальных пилонов, которые выполнены в виде одной или пары длинных, вертикально установленных стальных труб. Снаряд может быть статичным или иметь функцию вращения вокруг своей оси. Спорт на пилоне представлен в международных и национальных федерациях, либо как отдельный вид спорта, либо как спортивная дисциплина, входящая в вид спорта. Например, спорт на пилоне является одной из дисциплин воздушной атлетики. В Рязани полспорт развивается активно и даже проводятся соревнования. Сегодня в нашей программе организатор чемпионатов Алексей Чернышов. Итак, ты организатор, бессменный, единственный в городе по полданс чемпионатов вот уже почти 10 лет. В следующем году исполнится 10 лет, как ты организовываешь чемпионаты. С чего все началось? Зачем ты в это ввязался? Вспомнишь свой первый чемпионат? С чего все началось? С того, что мне нравится это направление, наверное, да. Я нашел человека, который также является энтузиастом в этом деле и откровенно поддержал меня. Одному начать что-то тяжело. С желания все началось. Вот как правильно сказать. Просто с желания. Если вспоминать свой первый чемпионат, как много участниц было, насколько это было волнительно для тебя? Почему после первого чемпионата ты это не бросил? Наверное, потому что после первого чемпионата было очень много критики. И люди сравнивают это с нечто неприятным и ассоциацией не со спортом, да, у людей, когда говоришь слово «пилон». Но, наверное, это и было мотивацией, чтобы все это продолжить, доказать людям, что они неправы. И в доказательство к этому сейчас мы понимаем, что у нас этим спортом занимаются дети. Друзья мои, нельзя же говорить, что дети занимаются чем-то плохим, поэтому я надеюсь, что все будут воспринимать это как спорт. А касательно первого раза, сколько участниц? 8 человек было. Практически всех я, наверное, помню пофамильно с того чемпионата. Это был один из самых волнительных дней. И не только как чемпионат для меня прошел первый раз, а как роль ведущего в первый раз я на себя пробовал. Поэтому, да, я помню этот день. И теперь о полспорте. Действительно, пилон – это не всегда такой воспринимается в общественном сознании, обществом, как спорт. Но, тем не менее, это спорт. Вот чуть подробнее о том, что же это такое пилонный спорт. Ты как человек, не только организующий соревнования, не только как видевший очень многие выступления многих спортсменов, но и как человек, причастный непосредственно к самим занятиям. Что это такое? Почему этот спорт тебе близок? Ну, я могу одно сказать, что этот спорт сочетает в себе не только физические возможности человека, но и какую-то музыкальность, хореографию, творчество, разноплановость. Мы же много примеров знаем, когда люди приходят к нам из спортивной гимнастики и ничего сделать не могут, а они себя в грудь кулаком бьют, что вот я спортивной гимнастикой много лет занимался, я все могу, я все умею, но только на перекладине. А здесь нечто другое, и мы понимаем, что даже людям, спортсменам, мастерам спорта по спортивной гимнастике тяжело заниматься нашим видом спорта. И они признают и говорят, что да, это тяжело, да, это спорт, да, это тренировки. Что говорит, что люди годами тренируются, чтобы достичь какого-то результата, чтобы сделать какой-то элемент, ничем не отличается от художественной гимнастики, спортивной гимнастики, фигурного катания. Люди годами оттачивают свои элементы и годами ходят на тренировки. Здесь то же самое. Любой человек, который говорит, что это легко и это не является спортом, пусть попробует. Пусть попробует, если он считает, что это на публике делать нельзя, пусть один где-нибудь там аккуратненько выберет себе спортивную площадочку и в темноте, в одиночестве попробует сделать хоть один элемент. И пусть потом скажет мне, что это очень легко, и это не относится к спорту. И здесь такой вот интересный, немаловажный момент. Полспорт – это спорт больше не профессиональных спортсменов, а девушек, юношей, которые пришли к спорту в сознательном возрасте, уже взрослые, которые начинали, можно сказать, с нуля чаще всего. А вот об этом тоже расскажи, каким же образом можно там девушке прийти в 20, в 25, в 30 лет и достичь результатов, которые не всем профессиональным спортсменам удаются. Почему так происходит? Ну, вот, как ты думаешь? Ну, я считаю, что в этом и есть уникальность этого вида спорта, потому что, первое, достаточно много направлений у этого спорта, да, в который человек может себя найти, реализовать. А второе, все-таки я еще раз повторюсь, что это
вид спорта комплексный. Здесь нет такого определенного какого-то мнения, что вот нужно уметь делать элемент силовые, и все, нужно быть силовым человеком. Или музыкальность отдельно, или отдельно хореография, или отдельно какие-то творческие возможности. Здесь комплексный подход. И когда мы оцениваем на соревнованиях выступающих, то мы понимаем, что мы оцениваем их комплексно. И в связи с этим мы понимаем, что человек, который где-то в каком-то элементе слаб, но он обладает хорошей хореографией, он может победить. К вопросу о хореографии и о направлениях пол-данс, пол-спорт, пол-арт. Все эти направления, которые многим не знакомы, но нюансы существуют. Кому-то нравится делать силовые элементы, кому-то нравится пол-арт или пол-данс. В чем же различие? И что нравится, например, тебе больше? Какой провокационный вопрос. А? Как прямо это... Я сейчас скажу, что пол-спорт – самое ненавистное мое направление. Но здесь нужно выбирать для себя, опять же, вот для этого есть градация, да, чтобы прийти, что-то показать для себя. Если ты силовой человек, то ты выбираешь пол-спорт. Это, ну, фактически это спортивная гимнастика. Если мы говорим про пол-арт, то это художественная гимнастика. Ну, а если мы говорим про экзотик пол-дэнс, да, то здесь, конечно, больше стрип-пластика. Хореография, да, именно красивая хореография, да. То есть вот направление, да. Поэтому, ну, понятно, что мне нравится хореография. Если можно назвать словом хореография, я назову словом хореография. А так, конечно, стрип-пластика, да, потому что она показывает, ну, женственность. Ну, мы понимаем, что большинство, абсолютное большинство людей, которые занимаются полспортом, это девушки. Поэтому мне, как молодому человеку, ну, понятно, что ближе направление пол-экзот. За 9 лет, почти уже за 10, можно проследить, наверное, какое-то развитие, какие-то тенденции. Вот 9 лет назад, будем откровенно говорить, в нашем городе это только зарождалось. То есть это было самое начало вообще такого спортивного направления, как пилон. Сейчас много где в разных залах спортивных существует направление пилон, открываются отдельные школы. Ты, у тебя на глазах все это происходило. Какое развитие видишь? Каким образом изменялось? Какие тенденции существуют? Слушай, ну когда я начинал, была даже не школа, а один фитнес-центр, который просто пропагандировал это направление. И то у них началось это не с пилона, а с воздушной акробатики. Как они перешли на пилон, я так и не понял, честно скажу, за столько лет. Да я, наверное, не спрашивал. Но развитие достаточно простое. Каждый фитнес-центр, а их у нас больше десятка сейчас, имеет в своем оснащении пилоны. Не один пилон, да, в каждом фитнес-центре. И отдельно, ну, я могу 5 отдельных студий pole dance назвать и сказать, что вот такое развитие. Если мы начинали с 8-10 человек, занимающихся пилоном 9 лет назад, то сейчас мы понимаем, что даже в области обращаются к нам и спрашивают, как поставить пилон и с чего нужно начинать. Ну, развитие, ну, я уверен, что оно стало массовым видом спорта. Свыше 1000 человек это однозначно в нем задействовано уже. На сегодня мы понимаем, что мы не ограничились нашим регионом. Мы сотрудничаем с Липецкой областью, с Нижним Новгородом, Коломна, периферийно Москва. Наш чемпионат посещают из других регионов. И теперь к вопросу о детском спорте. А чем отличается детский пол спорта от взрослого? Жаждой, желанием, возможностями, стремлением, безудержным вниманием, отношением к пилону и элементам пилона. Дети активнее, чем взрослые. Просто все. Детям легче? Не знаю. У детей надо спрашивать. Хотя ты обозначил, что основная масса, большинство – это женщины, те, кто занимаются пилоном. Но на некоторых чемпионатах, если посмотреть, с каждого чемпионата, слава богу, остался видеоотчет, поэтому, если кто-то заинтересуется, можно посмотреть на личной странице, наверное, да, и есть группа чемпионата Рязанской области, где можно ознакомиться с видеоотчетами с минувших соревнований. Так вот, на некоторых из этих видео мы можем заметить мужчин выступающих. Все-таки мужчины тоже занимаются полспортом. В чем особенность мужского полспорта и кому это может быть интересно? Заинтересовать, во-первых, ребят заниматься полспортом очень тяжело.
не все видят в этом какое-то стремление, действительно, спорт. Здесь больше какая-то такая заинтересованность. Люди, которые приходят заниматься полспортом, они приходят, из, как правило, из танцев, из различного вида танцев, из бальных танцев, из классических танцев, из любого направления, вок, направления и так далее. Исходя из тенденций, ребят стало выступать меньше. Ребят стало приходить смотреть больше на чемпионат, а выступать, да, стало меньше. Одно время была целая группа воркаутеров, которые турникмены, так называемые, да, воркаутеры. И наблюдалась такая близость. Различные сальто, вот эти все переходы, то, что они делают на турниках, переносится на пилон. Ну, и... был такой момент, да, но, как оказалось, для них пилон оказался тяжелее, чем турник. Многие вот приходят, да, на полуспорт и с другого вида спорта, и, да, и просто в шоке, да? Да, они просто не тянут, откровенно не тянут. Ну, никто не хочет ждать несколько лет, чтобы выучить какой-то элемент, очень хорошо его сделать. На турнике я уж не хочу ребят обижать, но качество выполнения, да, выполнение у них крутое, да, не очень сильные, физуха у них крутая, но хочется, чтобы это были ровненькие ножки, прямые коленочки, носочек оттянутый. Ну, для них это все чуждо, и на турнике они, ну, занимаются именно прокачкой своей физики. А здесь мы должны понимать, что есть эстетическая часть. В этом году 9-й чемпионат должен был состояться не так давно, в ноябре, но в связи со всем известными обстоятельствами и эпидемиологической обстановкой спортивные массовые мероприятия запрещены, к сожалению, пришлось отложить. Исходя из тенденции, да, эпидемиологической обстановки, наверное, я принял правильное решение отменить это. Будем надеяться, что обстановка станет легче в следующем году все же. Год юбилейный для соревнований. Есть ли какие-то задумки? 9-го-то не было. Все равно, по счету это 10-й будет. По счету будет 10-й, да. Есть ли какие-то планы, задумки, или пока сложно судить об этом? Ну, слушайте. Наверняка же уже задумывался о том, как пройдет юбилейный чемпионат. У нас юбилей-то не только с чемпионатом. У нас юбилей будет с первой студии Pole Dance нашего региона 5 лет. 5 лет с первого батла отдельного направления. Да, это будет такая круглая дата. Да, задумки есть, но понятно, что озвучивать я их не буду. И если позволит обстановка в нашем регионе, если губернатор даст добро всем, не только нам, а всем нашим жителям, то мы, конечно, в 2021 году постараемся удивить. Очень сильно постараемся. Ну, еще раз говорю, будем смотреть на обстановку в регионе. Это же не твоя основная деятельность. Можно же озвучивать, да, кто ты? Доцент кафедры. Так вот, доцент кафедры в политехническом университете. Да, политехническом. Каким образом получается совмещать вот такую активную организаторскую спортивную деятельность с научной? Я очень просто могу на все это ответить, что и аспект соревновательной деятельности, проведения каких-то мероприятий, еще чего-то, это хобби. И университет – это тоже хобби. Хобби – это та вещь, которую ты не можешь не любить, потому что это хобби. Поэтому и одна, и другая сфера, пусть они очень противоположны, они разноплановые, но я очень рад, что я могу ими заниматься, и совмещение в моем случае не составляет никаких проблем. Я просто вижу в этом себя, и все. Это не место заработка денежных средств, это мои отдушины для моего существования, моего функционирования. Вот и все. Гибкость, сила и музыкальность – все это полспорт. Привлекает самых смелых не только с точки зрения столкновения со стереотипами, но и с точки зрения необходимости преодолевать трудности. С вами была Марина Романюк. До новых встреч!